Мы находимся на Микоме, стенд Виолактея. Находится в регионе Марки в городе Фермо. И изготавливаем артикулы из резины, из натуральной кожи, которые очень пользуются большой популярностью на российском рынке. Артикул состоит из монолита с акриловым носком, верх из натуральной кожи. И наши российские клиенты предпочитают этот артикул, потому что в связи с погодными условиями его можно мыть. Он натуральный, в нем нога чувствует себя очень комфортно, не очень удобно для ежедневной носки и для поездок за город. Особенность в том, что нога в них не потеет, поскольку вынимаются стельки, и стелька тоже на меху. В коллекции Виолактея мы используем только натуральные материалы, за исключением резиновой галоши. Мы используем натуральную шерсть, натуральную кожу, натуральные стельки ступинатор, очень удобные меховые сапоги, которые возможно носить и зимой, и осенью, и весной, когда идут дожди и тает снег. Виолактея изготавливает сумки, сделанные из пластика, которые имеют запах карамели, с логотипом фабрики. Очень удобные для носки зимой и летом. Виолактея изготавливает также пляжные сандали из резины, которая пахнет карамелью, со стразами Сваровски. Каждый из этих стразов вручную вставляется в кружок из кожи нашими мастерами нашей фабрики. Наши клиенты, которые любят выглядеть элегантно и на пляже, и в бассейне, предпочитают этот артикул.